Привет, друзья, с вами Вайми. И мы уже дошли до последнего практически уровня, опять же, не считая битвы с боссом. 7-й уровень первого эпизода. Да, конечно же, последнего уровня первого эпизода, не всего дома. Это еще совсем не скоро. И я, честно говоря, абсолютно не помню, какие здесь секреты. Но надеюсь, я их вспомню, когда попаду куда-нибудь рядом с ними. Это вообще есть, да, 4. И я все-таки забыл убрать эти всплывающие сообщения. Так, по-моему, вот это место считается секретом. Но я не уверен, по-моему, туда нужно просто пройти, чтобы что-то, да, чтобы взять желтый ключ, так что это не секрет. Так, мне бы сейчас не помешала аптечка. На старте их не было. Окей, удачная бочка. Ага, здесь есть аптечка. И да, это все, что второй поблизости не... я не нахожу. А, да, у нас же есть желтые ключики. Так, по-моему, они сверху по мне могут стрелять, и это мне не очень-то нравится. Ой. Тут лежит ракетница. Так, ну как минимум один секрет. Это выход на улицу, где мы видели невидимость. Вот она. И, по-моему, я даже помню, как туда попасть где-то. Возможно, она потом откроется тут. Такая комната с монстрами за стеной. Из нее, но где-то что-то открывалось в этой стене. Так, мне уже очень не нравится этот уровень, потому что здесь много врагов с дробовиками и зомби. И в принципе много врагов. Так. Не было ли на другой стороне... Что-то там должно быть. Окей. Окей. Так, мы не пропустили здесь никаких аптечек. Пропустили. Но всего одну. Так. Почему бы не воспользоваться ракетницей? Ракет все равно много. Здесь и аптечка, да, и рюкзак. И это был первый секрет. Вот это вот секретом не считается почему-то. Ну да ладно. Демоны — это всегда удобные враги для убийства бензопилой. Шотганеры — это не очень удобные враги для убийства бензопилой. Еще я не могу в них попадать. Так, тут ничего не опускается. Видимо, нет. Так, насколько я помню, здесь все-таки вот там вот был, по-моему, секрет. По крайней мере, там можно было что-то полезное найти. Не уверен, что это считается секретом, да. Считается это секретом. И что делает эта кнопка? Эта кнопка делает что-то. Еще один секрет, да. И у нас остался всего один секрет. Так. Тут не открылось ничего? Нет, окей. Шотганер пытался подкрасться сзади.
я вижу синий ключ. А, ну это, в принципе, самое начало, он за красной дверью. Ладно. Так. Я точно помню, что здесь то ли открываются стены, то ли опускается эта колонна. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Но, по-моему, что-то такое здесь было. Да, определенно было. А, ну, собственно, последний секрет это и будет выход на улицу, получается. То есть можно не пытаться найти секреты где-то еще. И в конце уровня обнаружится, что выход на улицу это нифига не секрет, а просто выход на улицу. Туда выйти все-таки. Так, красный ключ позволяет открыть дверь в самом начале, за которой у нас лежит синий ключ. Нет, мне определенно нужно убрать эти сообщения. Они мешают мне посмотреть, сколько еще врагов живых. Так, врагов живых еще прилично. Все-таки кто-то есть, потому что им, по-моему, именно отсюда спустился. Нет, здесь чисто. Окей. Да, вот там открылся этот проход. Вот он. И в нем открывается одна из стен, которая выведет нас на улицу, к невидимости, которую я брать не буду. Есть ли здесь что-то еще? Здесь есть толпа шотгайнеров. Не совсем то, что я ожидал здесь увидеть. Спрашиваю, есть ли здесь что-то еще. Как они там удачно стоят толпой. Синяя дверь. Так, надо как-то научиться попадать с первого раза из шотгана. И это должны быть все монстры, если я никого не пропустил. Да, действительно. Эта кнопка на короткое время открывает выход. Точнее, дверь к нему. И на этом последний, по сути, уровень первого эпизода закончен. С вами был Вайми. Пока.